Яночка, я знаю таких людей, у которых этот полет длится бесконечно. А счет полета начинался в 70-х, 80-х годах, когда в Доме культуры «Родина» вокально-инструментальный ансамбль «Удача» под руководством Александра Белоивана собрал талантливую молодежь. Сергея Стрельченко, Александра Несмачного, Юрия Макеева, Геннадия Самойленко, Наталью Костенко, и в их числе оказался и Леонид Павленко. Леонид Павленко сегодня здесь, с нами. И мы с удовольствием приглашаем вас, дорогие друзья, вместе с Леонидом в незабываемые 80-е. Встречайте громкими аплодисментами Леонид Павленко! И душа вся поет, здесь останусь сердечко, я когда-то свое. Я пришел, я вернулся, хоть прошел сто дорог, свои нежные чувства для тебя я сберег. А в саду твоем для всех женщин города Синельниково, для Дома культуры, для своей жены
Саша Белайнам. И он организовал ансамбль, который назвали «Удача». Ну, и большое спасибо Саше. И тут присутствует в зале наша «Удача» старая. Не все, но в основном. Прошу, ребята, поднимитесь. Спасибо всем большое. Это мои дети. Всем спасибо. С праздником. Праздником. Которая на сцене, можно сказать, самого-самого своего рождения. Она поет, она танцует, она играет и рисует. Сейчас песню дарит вам. Встречайте, Дарина! La 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 la
передача, а сегодня по совместительству видеооператора. Ваши аплодисменты!
Приднепровья Сергея Денисенко. Добрый вечер, земляки, добрый вечер, синельниковцы. Я очень рад, я очень счастлив тем, что могу сегодня петь перед вами. Поздравляю вас всех с сегодняшним праздником. Желаем вам всего-всего-всего того, чего вы себе желаете, в общем, самого наилучшего. Песня, которая сейчас прозвучит, будет немножко, может быть, громковатая, рисковатая, поэтому приношу сразу извинения, если будет немножко громко и резко. Так, песня для вас. А вы меня поддержите. Поехали. Извечная тема любви и расставания. Чайное время, сердечная вьюга. А помнишь, раньше не могли мы друг без друга. Такой короткой была наша встреча. А нам казалось, это с нами будет вечно. Но в начале все дни клёнулись от роси и облака холодные. Надо мной летят, чтобы я не лопнул. Мы любовь не стерегли, и у нас с тобою нет пути назад. Давайте немножко замнемся. Так часто бывает, любовь это случай, и с ней остаться не. Как мне смириться с потерей страшной? Ты тоже веришь, что вернется день вчерашний. Но вначале все дни клён листья сброси и облака холодные надо мной летят. Что же мы на день ласкали, мы его не сберегли. Я хочу поблагодарить директора этого прекрасного Дома культуры, который не зря называется Родина, Людмилу Ивановну, за все то, что она для нас и лично для меня сделала. Хочу поблагодарить Сашу Белоивана за то, что он как бы все-таки подтолкнул меня на правильную стезю, правильно объяснил, как нужно петь. Спасибо, Саша, спасибо Людмиле Ивановне за все хорошее, прекрасное. И еще одна песня для вас. Ну и конечно,
когда нужно будет, хлопаем все вместе, хорошо? Спасибо всем, что пришли на наш концерт. Ребята сейчас пока что настроятся на нотку танцев. Я хотел бы сказать, что сегодня замечательный день посвящается 55-летию нашей Родины, нашему Дому культуры. Я хотел бы пожелать ему существовать еще долгие-долгие годы, каких-то новых достижений, еще не один юбилей, и чтобы Родина, несмотря ни на какие жизненные ситуации, существовала всегда. Отдельное спасибо нашему любимому коллективу, нашему любимому директору Людмиле Ивановне, извините, волнуюсь, и за поддержку, и за то, что вот мы здесь перед вами. Спасибо, всем добра и хорошего настроения. Шквал для вас. Он всегда у нас был самым скромным родителем.
А мне выпала огромная честь пригласить на сцену талантливого человека, без которого я не мыслю ни этой сцены, ни самой Родины. Впервые на эту сцену она вышла школьницей. Шли, летели годы, а она летела на крыльях своих песен, даря талант людям и своим воспитанникам. Музыка стала ее профессией. 25 лет она обучала юных талантов, юных музыкантов в игре на фортепиано. С первых дней создания солистка вокально-инструментальных ансамблей «Удача» и «Рух». Мама заслуженной артистки Украины Полины Екатеринославской, руководитель театра песни «Ухтышки» и мой любимый учитель Наталья Белоиван. В исполнении Натальи Белоиван прозвучит ее первая любимая песня из репертуара любимой певицы Аллы Пугачевой, с которой, можно сказать, все и начиналось. Итак, встречайте, Наталья! Для всех Арлекино.
Лучший аккомпаниатор, аранжировщик.
помощник и звукооператор, и преданный дедуля своей любимой внучки Даринки Белоиван. Итак, встречайте, Наталья и Александр Белоиван. Руководитель.
вами Субачева Людмила Михайловна, руководитель вокального ансамбля «Мрия», Солоденко Алла Кузьминична, художественный руководитель, а также Виталий Михайлович, звук-светооператор и заведующий хозяйственной частью. Люди, благодаря труду которых у нас всегда чистота и порядок, Моисеченко Светлана Васильевна, Недвига Раиса Васильевна, Кожурина Нина Павловна, Мачула Валентина Сергеевна. А чтобы у нас всегда была работа, и мы всегда были в творческом подъеме, об этом заботится наш начальник отдела культуры и туризма Губанова Ольга Владимировна и также директор школы культуры и искусств Артемов Валерий Борисович. И, конечно же, наш заботливый директор Людмила Ивановна Чебаненко, которая 45 лет стоит во главе нашей любимой Родины. Друзья, давайте наградим громкими аплодисментами нашу большую и дружную семью Дома культуры «Родина». Уважаемые друзья, я, во-первых, хочу сказать большое, огромное спасибо этому коллективу за сегодняшний концерт. Я когда почувствовал тут, я не участвовал, не был участником удачи, допустим, был бы там рук, но я был рядом, у меня был свой мой коллектив, и я это все прошел. Это настолько сегодня тронуло, что я просто действительно... Да я был в Боровинке, я тоже был, я не про Боровинок, я то, что меня тронуло вот именно те годы, те вот, правда, вот, ну что так в душе немножко поиграло, поэтому я, во-первых, волнуюсь, потому что, правда, так немножко, а во-вторых, спасибо большое. И что касается сегодняшнего, в конце концов, чем мы сегодня собрались, это юбилей, это праздник, и я от лица коллектива Школы культуры и искусств хочу поздравить с этим праздником. Пожелать вам всего-всего-всего, что вы хотите сами. Мы делаем одно общее доброе дело. Добрый день, мои присутні. Дорогі родиняни, вам саме життя поставили сьогодні дві п'ятірки. А 5 і 5 – це 10. Ви попали в десятку. Тисячі синельниківців. Ви чуєте, як вони стукають отут під борами на сцені? Як вони співають за оці 55 років? Пройшло майже 10 поколінь, і малих, і дорослих, і всіх їх окриляла Родина. Давала їм наснагу до життя, давала їм наснагу до творчості, давала їм наснагу взагалі на весь життєвий шлях. За це вам величезна вдячність. Дорогі родиняни, дорогі керівники, які стоять на цій сцені, за вашими плечима не одна сотня і дорослих, і малих, яких ви виховали, про яких ви піклувалися і яких ви вели по життю. За це вам величезна вдячність виконавчого комітету Синельниківської міської ради. Я вам зичу, хай до цих 5 і 5 додасться ще дуже багато років. Творчої наснаги вам, творчих злетів вам, нових перемог і вдячних оплесків. Ви отримуєте подачу на снагу. А цей букет я хочу передати вашій дорогій Людмилі Іванівні. Вийдіть сюди, будь ласка. Ви душа, ви серце. Ви взагалі отой енерджайзер, як зараз каже молодь Родини. То здоров'я вам, наснаги вам. І щоб на ваших устах завжди була посмішка і очі сяяли отим красивим таким синім блиском. Нагороджується родина Білої Вані, Олександр, Наталія, Поліна, Даріна. Ура! Вітаю, Наталія Ванівна. Нагороджується родина Солоденко, Віталій, Алла, Яна. Вітаємо таку творчу сім'ю. Родина Нікітіних, Андрій, Оксана, Яна. Родина Криворученко, Сергій, Ірина, Олексій, Сергій. Це саме коли? Нагородиться родина Субачова, Людмила, Карандєєва Антоніна, Субачова Олександра. Наснаги вам. Нагороджується родина Твердохліб, Альберт, Лілія, Альона, Даша. Вітаю.
Кілька самих молодих представників. Нагороджується солістка будинку культури «Родина» Тараненко Маргарита та її мама Світлана. Активний спонсор. Нагороджується родина «Фастовець» Анатолій, Катерина, Ольга. О, самий молодий представник. Вітаю вам. Нагороджується родина Марченко, Людмила Миколаївна, Петро Миколаєвич та Валерія. Теж самий молодий представник. Приємно. Нагороджується ансамбль естрадного танцю «Анжеліка», керівник Олександренко Анжела Іванівна. Керівник Губаренко Олександр Володимирович. Нагороджується команда брейкдансу «Шквал», керівник Панченко Антон. Нагороджується театр пісні «Ух, фішки», керівник Беливан Наталія Іванівна. Колектив сучасного танцю MC Black, керівник Нікітін. Нагородиться вокальний ансамбль «Слов'яни», керівник Криворученко. Нагородиться головний бухгалтер, ключова особа, Денисова Роза Максимівна. Нагородиться техпрацівник. Без них неможливо таки створити атмосферу. Моїсеченко Світлана Васильівна. Немає, передамо їй вітання. І нагороджується берегиня цих стін. Директор будинку культури «Родина» Чабаненко Людмила Іванівна. Побажання від всієї громади міста Синельникова, щоб ваші творчі концерти звучали із цієї сцени і на всіх концертних площадках міста ще багато-багато десятиліть. З ювілеєм вас, з днем народження! Уважаемые друзья, и корзинка от нас корзинка, вон ту корзинку. Мы так посмотрели, как будет лучшее место. И чтобы оно было следующим, и через год, и через два, или через пять. Постоянно полное. Сегодня в зале у нас присутствует Лилия Михайловна Твердохлеб. Это наша давнишняя участница и взрастила не одно поколение детей. И сегодня у нее день рождения. Поэтому сейчас огромное спасибо вам, дорогие наши наставники и друзья. Огромное спасибо всем коллегам. Ну а теперь давайте отойдем в сторонку и праздничный юбилейный торт на сцену под наши бурные аплодисменты.
сердцу. Возможно, сказаны не все слова, какие можно было сказать, но их доскажет сама жизнь. Хочется еще раз пожелать процветания нашему любимому Дому культуры «Родина», чтобы мы еще праздновали не один юбилей, чтобы люди всегда получали радость от общения с нами и удовольствие от нашего творчества. Так давайте, друзья, улыбнемся тем, кто рядом с вами. И еще раз поздравим друг друга с юбилеем! И, дорогие друзья, вот бурные аплодисменты давайте сделаем, потому что все-таки хотелось бы, чтобы заключительное слово в нашем концерте сказала наша долго уважаемая Людмила Ивановна, наш незаменимый директор, с которым мы мечтаем еще проработать очень и очень долго. Дорогие мои коллеги, дорогие друзья, зрители, родители, я благодарю судьбу за то, что вот уже 45 лет стою с молодыми, красивыми, талантливыми на этой сцене. Жаль, если придется расставаться, хотя я понимаю, что время летит, и всем нам когда-то нужно уходить. Но хочу сказать вам, что я была счастливым человеком. Когда трудилась вот с такими людьми, мы были молодыми, вместе приходили в коллективы художественной самодеятельности, здесь влюблялись, женились, выходили замуж, рожали детей, воспитывали внуков. Все они у нас на сцене. И я горда этим. Я благодарна всем тем, кто был рядом. Знаете, когда говорят, что наш город – город железнодорожников, мне хочется возразить. Я бы сказала: мать – железная дорога, а отец – рессорный завод. Ведь мы с вами стали городом только благодаря рессорному заводу. И все то, что есть у нас в городе, нужно хранить, беречь и быть гордыми за свой город, за свой дом, за свою родину. Любите ее так, как любим ее мы. С праздником, дорогие друзья! А мы не прощаемся, мы еще вернемся. До новых встреч!